Два года назад Роман Артыкуца помог Жене отстоять право на новую квартиру в Юрьевце. Ее он получил от государства, как сирота. В новой квартире Жене нравится, комфортно и просторно. Единственное, чего не достает, это пандусы, но и с этой проблемой правозащитник пообещал разобраться. После решения жилищного вопроса осталось позаботиться о здоровье. С этой просьбой Евгений Блохин и пришел в общественную приемную. По закону ему, как инвалиду, положено квот на операцию на ноги и последующую реабилитацию. Сделать это можно здесь же, в Юрьевце или Нижнем Новгороде. Осталось эту квоту получить. Я ездил к врачам в Пеганово. Они сказали, что эта операция возможна только после 25 лет. Вот, на данный момент, сейчас сколько тебе? На данный момент мне сейчас 26 лет. Лечащий врач мне сказал, что эту операцию можно сделать как в Пеганово, так и в Нижнем. С друзьями поговорил, и они сказали, что самые лучшие врачи у нас в Нижнем Новгороде. Для того, чтобы получить квоту, необходимо разобраться в юридической составляющей вопроса, собрать необходимые документы. Самому Евгению все это сделать сложно. Именно поэтому он и обратился в общественную приемную председателя партии «Единая Россия». Там не сомневаются, что просьбу Евгения нужно и можно выполнить в ближайшее время. И не только его. В случае Жени такой не единственный в общественную приемную. Регулярно со своими проблемами обращаются владимирцы, и зачастую их вопросы удается решить. Мы знаем, что у нас многие в нашей стране, в нашем родном регионе и городе стоят на очереди получения жилья. Многих снимают незаконно. Вот наша задача – такие вопросы решать. Ну и, конечно же, наша задача – решать вопросы и по другим направлениям. Опять же, работая в этой приемной, здесь приемной партии «Единая Россия», приемной Дмитрия Анатольевича Медведева. Я думаю, что сейчас мы начинаем и открываем новую страницу для решения проблем многих граждан города Владимира и области. Я думаю, у нас все получится, как это получалось и раньше. В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева жители города принимают бесплатно. В том числе раз в месяц прием граждан здесь будет вести владимирский правозащитник Роман Артыкуца. Справки по телефону 32 65 75.